Всем привет, продолжаем путешествовать по моему городку, Петербургу. Набережная Фонтанки, 16, стиль классицизм, особняк Кочубея, третье отделение, собственно, его императорское величество канцелярия, департамент полиции. Надо сказать, что это целый комплекс построек, возникших в разные годы. 18 век, особняк Кочубея, 1817-1819, архитектор Монферран, третье отделение, собственно, его императорское величество канцелярия. 1870-е, 1890-е, 1900-е годы, архитектор Брюлов Марфельд, 1851-1852 архитектор Садовников, 1858-й, была сделана типография, департамент полиции, 1890-1892 архитектор Марфель. Здесь находилось третье отделение собственного императорского величества канцелярии 1838-1880 годы, 1844 штаб отдельного корпуса жандармов, а 1880-1917 год департамент полиции Министерства внутренних дел. Также здесь находился Ленинградский областной суд и городской суд. Здесь находилась квартира министра внутренних дел Николая Алексеевича Маклакова. В 1799-1806 годах участок перешел к сестре Талызина Астерман. В 1806 году участок был приобретен казной для размещения девичьего отделения императорского военно-сиротского дома и объединен с входящим на Пантелеймоновской улице участком, купленных у Демургов. В доме по набережной Фонтанки разместили училище для военных сирот в бывшем доме Демург. В 1816 объединенные участки были проданы князю Лобанову Ростовскому, а в 1818 землю, перестроенную с особняком и другими постройками, приобрел граф Кочубей. В 1838 владелец участка Кочубей продала землю со строением в казну для помещения шефа жандармов и его управления. Пристройка с восточной стороны была приспособлена для содержания арестантов. Трехэтажный каменный дом на бывшем участке Демург под квартиры служащих, справочные на первом этаже, двухэтажные каменные службы на том же участке под типографию. В 1838 году размещалось третье отделение собственного императорского величества канцелярии. По определению Герцена, это центральная шпионская контора. Сюда был доставлен Достоевский, арестованный в 1849 году вместе с группой петрошевцев. С 1880 года третье отделение сменил департамент полиции, который разместился в этом же доме. Во время следствия здесь находился член народной воли. Арестованный Кибальчич работал над первым в мире проектом реактивного летательного аппарата. Итак, здесь жил князь Кочубей, государственные деятели. Жил граф Бекендорф, государственный деятель. Жил Иван Николаевич Дурново, русский государственный деятель, министр внутренних дел, председатель комитета министров в 1895-1903 году. Жил Вячеслав Константинович Плеве, директор департамента полиции, сенатор, шеф отдельного корпуса жандармов, 1902 год. В 1905-м жил Дурново Петр Николаевич, российский государственный деятель, действительный тайный советник, государственный деятель Российской империи, министр внутренних дел, представитель дворянского рода Дурново. В 1906-м жил Столыпин Петр Аркадьевич, русский государственный политический деятель, премьер-министр царской России. В 1895-1899 жил Иван Логинович Гремыкин, государственный деятель. Несколько лет до своей смерти, с марта 1837 года, в этом доме у своей родственницы, княгини Кочубей, имела апартаменты из 6 комнат Наталья Кирилловна Загряжская, тетя Пушкина, известная светская дама, фрейлина и императрицы, содержащая здесь салон. Известно, что, будучи уже очень преклонным в возрасте, не теряла интерес к карточной игре, беседами и поздними ужинами. Возможно, тут мог бывать Александр Сергеевич Пушкин. Он дружил с Закряжской. Ей было приятно оказывать помощь, в том числе и финансовую. Красавец Женя Пушкин. Ну вот такая информация по дому номер 16 по набережной Фонтанки. Данные я брал с сайта City Walls. Пока-пока, до свидания. Всего хорошего.